Медведи начали выходить из берлог. В этом году хищники на Колыме проснулись раньше на месяц и бродят по окрестностям Магаданской области. С ними люди несколько раз встречались в Омскчанском районе. На днях пользователи WhatsApp делились кадрами. Медведица с медвежатами гуляла по поселку Горняков месторождения Лунное. Медведь после спячки не испытывает чувства голода несколько недель, говорят специалисты. Этим объясняют его игривое настроение после выхода из берлоги и бродяжничество. Они встают, у них большое количество внутреннего жира, который они накопили еще с осени. То есть это природа так специально сделала, чтобы вот этот период, пока растает снег и прочее, ну там зелень новая появится, отел там произойдет, чтобы они как бы питались этим. Своим внутренним жиром. В населенных пунктах за медведями будут следить мобильные группы. Специалисты госохотнадзора планируют привлечь сотрудников полиции, Росгвардии, природоохранной прокуратуры. К лету в Магаданской области окончательно должно проснуться 8 тысяч медведей и медвежат.